начинаем второй урок. Ну как урок? Это не значит, что вы первый урок забросили, больше не делаете. Вы делаете выборочно всех упражнений. Вот. Разминку стоя делать всегда. Это всегда надо делать. Головы, плечи и так далее, и так далее. Когда сделали все стоя, садимся. Начинаем сидеть. Сегодня делать стопы. Вытянули стопы, оперлись руки вот так назад. Колени вместе, все вместе. Стараемся пятки отрывать от пола. Ну, это важно. Это вытянутые колени на самом деле. Не надо сейчас держать ровную спину, потому что будет прогиб поясницы. Просто оперлись в руки назад. И раз, через пальцы наверх, сжали, три. И раз, два, три, четыре. Раз, пятки не отрываем, когда вытягиваем стоп. Не надо ложить их на пол, они никогда не ложатся на пол. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот здесь колени вместе, икры вместе. Там нету дырки между ног, ноги все вместе. И раз, два, три, четыре. Подтянули колени к себе, будто бы вот прямо сложились. Вот здесь, да, сложились. Вытягиваем теперь ноги, не отрывая пузо от ног. Нужно вытянуться вот насколько можете. Если ноги дальше не вытягиваются, не надо. Главное не отрывать живот от ног. Тут кто может, тот лег полностью на ноги, руки под пятки, пятки в потолок. Лежим и дышим. Вдох через живот, поднимается все, грудная клетка последняя, выдох, грудная клетка, поясница, живот внутрь. Поднимаемся. Дальше. И раз, два, развернули, вытянули. И раз, два, развернули, вытянули, собрали. И раз, два. Развернули, вытянули. Старайтесь не опускать пятки при всей работе ног. Они не ложатся вот так на пол. Вот так вот, согнутые колени. Это до одного места. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Снова собрали колени. Подтянули вот к животу, сюда, сюда, сильно. Поехали ногами вперед, если у вас коврик, у вас скользит. Опять легли. Не надо голову вниз опускать, потому что сразу горб под лопатками получается. Пятки в потолок, под руки положите просто под. Щиколотки. Дышим, поднялись. Теперь обратно. Раз, два, три, через сжатые пальцы вытянуть. Раз, два, три, сжатые 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 вытянуть. Снова поднялись. Подтянули поясницу, все втянули. Снова поехали бутерброд. Да? Вот масло не отлипает от хлеба, скажем так. Снова поднялись. Возьмите какой-то платочек, я не знаю, что-нибудь, у меня какая-то кофта, неважно. Ну, удобно будет, когда это будет, чтобы это была тряпка, не, как сказать, не толстая, потому что толстую вы не захватите. Работаем со стопами. Эту ногу куда-нибудь, неважно куда. Нужно, согните колено так, как можете, да, и нужно захватить пальцами, опустить, захватить, отпустить, захватить, вот так, чтобы можно было поднять, опустить, захватить, отпустить, захватить, поднять, отпустить, захватить, вот чтобы можно было вот конкретно держать. Вы должны уметь держать, вот захватывать пальцами. Вот это движение, оно очень...